Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Вот это может быть не очень приглядная картина у меня за спиной. Не что иное, как сидеральный подсолнечник. В сезоне 24 года, в осеннее время, многие задавали мне вопрос, а зачем вам столько много подсолнухов на заднем плане, который у меня цвел в осенний период. Это не что иное было, как сидеральный подсолнечник. И многие спрашивали, да неужели ж можно высевать подсолнечник как сидеральный? Ведь известно, что подсолнечник истощает сильно почву, вытягивает из нее много питания, много разнообразных питательных веществ. И это верно. Такими растениями, которые очень сильно истощают почву, являются кукуруза, сахарная свекла, рапс, подсолнечник. Однако это не значит, что их нельзя использовать в качестве сидеральных растений. Ведь вытягивают они плодородие тогда, когда их урожай куда-то убирается, уносится, увозится. А когда речь идет о сидератах, в этом случае мы все, что они добыли из земли, оставляем на самой земле. Таким образом, происходит такой особый круговорот питания. Минеральные вещества превращаются в органические, органические разлагаются почвенные микрофлоры, благодаря этому значительно увеличивается плодородие почвы. Вообще, какой сидерат самый лучший с точки зрения повышения плодородия почвы? Тот, который наращивает много-много вегетативной массы. Ведь то количество вегетативной массы, которая есть над землей, считайте, что точно такое же, даже немножко больше количество массы вегетативной, корневой массы, остается в почве. И подсолнечник относится к таким очень интенсивным растениям, которые замечательно наращивают большую массу, тем самым обогащая нашу почву органикой. Как же использовать подсолнечник в качестве сидерата? Разумеется, что доводить до вызревания семян подсолнечник не следует, хотя это замечательно для птичек, но опять же птичка здесь поклюет семечки, а какнет где-то в другом месте. Этот пометик на ваш участок не попадет. Это же не куры, не утки, не гуси, понимаете? Поэтому здесь как раз будет происходить истощение почвы. А когда вы сеете подсолнечник в поздние сроки, например, в середине, конце августа, даже в сентябре, то в этом случае он не переходит до состояния такого активного цветения, образования семян. То есть его надо убрать на стадии, когда он начинает цвести. Каким образом его убирать? Если это весенние посадки или летние посадки, посевы подсолнечника, то в этом случае проводится скашивание для того, чтобы не дать ему завязать семена. И эта масса может просто ложиться мульчей на поверхность почвы и естественным образом в дальнейшем перегнивать. Если же это ранние осенние посевы, вот как у меня, где-то конец августа, 20 числа августа, вот так у меня были эти посевы, даже не ранние осенние, а поздние летние посевы подсолнечника, то это свой сбор семян был, декоративных подсолнечников, все переопыленное, достаточно симпатично росло здесь. То в этом случае они не успевают здесь оставить семена и замерзают, погибают в стадии цветения, что меня вполне устраивает. Надо ли брать вот сейчас и каким-то образом вот эти вот растения тут пригибать, убирать и так далее. В принципе, можно это все прикатать хоть своим весом, ногами, хоть там повырывать и уложить на землю. Можно было бы, но я даже этого делать не буду. Эстетика меня сильно не тревожит, что вот здесь такая вот обстановка, да, бодельецо такое находится с одной стороны. Почему? Потому что здесь будет очень хорошее снегоудержание, как следствие отличное обеспечение влагой почвы, и будет прекрасно весной, прекрасный участок уже для посадки разнообразных культурных растений. За зиму вот это все с большего спорохнеет, что не спорохнеет, то я грабельками уберу немножечко, оно уже такое рыхлое будет, крохкое, и просто уложу в компостную кучу. А здесь будет земля, как пирожная. Это уже не первый год, когда я этот метод использую, подсолнечник использую, просто будет как пирожное.
Ну, конечно, часто уже у многих все занесено снегом, ну, вроде какие седораты. Ну, слушайте, придет следующий год, и придут те же самые заботы наши. Вы просто себе сделайте заметочку относительно того, что подсолнечник является действительно замечательнейшим седератом, который выполняет все свои полностью сидеральные функции и тоже может использоваться в качестве вот такого замечательного удобрения и средства для поддержания плодородия нашей почвы, будь то для весеннего или позднелетнего осеннего посева. Что ж, не игнорируйте сидораты. Сидораты – отличный способ сохранения плодородия. Не забывайте, что вот это перекапывание, оставление голой земли на зиму – это вообще очень нежелательное явление, которое действительно способствует резкому снижению плодородия и, как следствие, резкому снижению урожая наших растений. Обязательно используйте сидеральные посевы, в том числе подсолнечник. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.